солгал своим бойцам и предал наемников, которые сражались за тебя. Что с тобой, Артас? Неужели жажда мести затмила твой разум? Пойми меня, Мурадин. Если бы ты видел, во что Малганис превратил мое королевство. Темный повелитель предсказал, что ты придешь сюда. Здесь окончится твой путь, мальчишка. Во льдах, на вершине мира. Здесь тебя ждет бесславная гибель. Плохо дело. Мы окружены. Еще не все потеряно. Помоги мне добыть ледяную скорбь. Если этот меч и в самом деле так хорош, как ты рассказывал, мы переломим ход битвы. Не нравится мне все это. Но я обещал идти с тобой до конца. Капитан, держите оборону до моего возвращения. Приветствую вас, ребята, на канале Early Game Online. С вами Росси. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Reforged. И это 9 глава за Альянс. Приключения нашего принца Артаса в Нордсколе. И, наверное, это будет завершающая глава. Так что спасибо всем тем, кто досмотрел до этого момента. Спасибо, что оставляете свои лайки, комментарии. Но мы продолжаем и завершаем эту главу. Так что вперед к победе. К логическому завершению, скажем так, этой кампании. Боевые когти на сколько? На 3. Ну, пошли. Конечно. В общем, отправляемся мы за ледяной скорбью. Правосудие настигло тебя. Так-то лучше. Свет благословляет. Скажем, чудеса контроля небольшого. Ну, тут я никем... А, нет, я тут могу управлять. Я думал, что здесь у меня нету никакого этого. Обалдеть. Когда это все меняет. Я что-то так расслабился. Подумал, что мне не нужно смотреть за этой базой. Что база сама за собой посмотрит. А оказывается, нет. Ну, вижу, там все молодцы. Все справятся и без меня. Нам надо идти вперед, вперед, вперед. Конечно. Разумеется. Мы сделаем вот так, чтобы я мог быстрее выделяться. Недостаточно мест, я помогу. Да нет, мне в плен ловкости взять. Я помогу. Хороший план. Конечно. Бою готов? За честь и отвагу. Мы уже почти дошли до ледяной скорби. Разумеется. Контрольная точка. Разумеется. Угу. Кладбище, наверное, сейчас будет куча всяких. Ну да. Поздно просить пощады. Так было ожидаемо. Приступим. Где враг? За моего отца. Правосудие настигло тебя. Недостойное создание. А чё промах? Ничего себе. Хороший план. Ещё и промах. За честь и отвагу. Возвращайтесь назад, смертные. Здесь вы не найдете ничего, кроме тьмы и смерти. Не думаю, что после всего пережитого что-то еще способно испугать нас. Думай, что хочешь, юнец. Вы не пройдете. Это ты так думаешь? Ну что ж, вперед. Сейчас мы тебе покажем. Вперед. Кузькину мать. Блин, ну. Зелье бы маны.
Нора Дина. Нифига нету, блин. Все еще пытаешься защитить меч? Нет, я пытаюсь защитить тебя от него. Уе. Вот он, красавчик. Смотри, вот оно, наше спасение. Ледяная скорбь. Погоди, парень. Тут на постаменте надпись. Это предупреждение. Здесь говорится, тот, кто возьмет этот меч, получит бесконечную силу. Подобно рассекающему плоть клинку, будет она терзать душу. Я должен был догадаться. Этот меч проклят. Давай выбираться отсюда. Я с радостью приму на себя проклятие, если это поможет спасти мою родину. Оставь его, Артас. Забудь об этом и веди своих солдат домой. Плевать на них. Я свершу возмездие, и никто не встанет у меня на пути. Даже ты. А теперь... Я взываю к духам этого места. Я отдам вам все и заплачу любую цену, если вы поможете мне спасти мой народ. Мурадин, мы больше не можем сдерживать натиск врага. Мурадин мертв. Не бойтесь, капитан. Никто не сможет противостоять мощи ледяной скорби. А глаза у него уже помутнели. У Артаса. Конечно. Мурадин пал. Любезно оставил нам. Разумеется. Свои шмотки. Ну что, ребята. Надо идти. Кто тут у нас есть? Пройдем теми, кто у нас есть. Так, вертолет. Зоркий глаз. Улучшим. Построить осадную машину. Куча всего, куча всего. Так, раз. Вы будете два. Все, вперед. Хороший план. Разумеется. Ух ты. Слуга Локина, давай. Жаль, конечно, что стан пропал. Мне этим Мурадин очень нравился. Второй рудник можно взять. Боевые когти плюс 5. У меня плюс 12, плюс 5 есть. Нету смысла. Вот зелье маны можно взять. За честь и отвагу. Разумеется. Угу, и напали, конечно же, там, где я взял этих. Чем могу помочь? Вперед, помогайте. Я помогу. Идем дальше. О, тюленчик. Хороший план.
Разумеется. Конечно. Правосудие свершится. О, ледяные тролли. Привет, старые друзья Артаса. Не хотите на нас послужить за золото? Богогашники. Наверное, уже у них желание пропало после своих товарищей. Мало зелье исцеления, нахер оно мне не надо. Так, ну мы сразу на Малгане собраваться не будем, мы пойдем посмотрим все же, что тут есть. Конечно. Я бы хотел, что там у нас, что у нас много. Я бы сделал, знаете, эту. Вот прям, нет, эти мне не нужны. Вот это разве что. Я бы прям хотел бы сделать целую эскадрилью. Но у меня не хватает дерева. А дерево кто-то добывает? Один человек? Серьезно? Мы тебе в помощь сделаем. Я служу свету. Мы не дошли до конца. Разумеется. Интересного можно воскупить? Конечно. Ничего интересного. За честь и отвагу. Хороший план. Я готов. Разумеется. Хороший план. Конечно. Ну, база нежить, это, наверное, на меня и нападает. Я так думаю. Лекаря, конечно же, играет. Ладно, лекаря мы и так выхиляем. Нежить, мародеры. Я вам сейчас по мародере. Держись, дружочек. Не то использовал. Ладно. Пускай будет так. Давай, давай, давай. Навались, ребятки. Хорошо. Смотри, мясо пошло отжираться. Нет, не сегодня. И опять пошел отжираться своего же товарища хавать, походу. Ощути мой гнев. Конечно. Да хватит уже, вы появляетесь из ниоткуда, бьете моих пацанов. За шо? За правду? Исследование завершено. Никто не смеет предавать чего? Свет. Вперед. Трубу. Вертолеты мне не нужны, мортиры тоже, я хочу грифона. Насколько я помню, грифоны могут стрелять как и по целям внизу, так и по воздушным целям. Поздно просить пощады. Как он так фраствуморном ловко управляется, быстрее, чем молотом. Можно сказать, что мы, грубо говоря, базу уже обезопасили от наступления. Мой молот, твои правосудие настигло тебя. За честь и отвагу. Нужно разбить зиккурат. Ощути мой гнев. Поздно просить пощады. Нет, он у нас еще все-таки теперь этот стал нападать. Подлюка. Я думал, что мы сейчас этих мародеров фиолетовых разобьем и прекратятся нападения на лагерь. Нифига. За моего отца. Правосудие свершится. Ладно, Малганис, ты следующий, не расстраивайся. Сейчас мы к тебе придем. Чего попросишь? Сюда иди. Как всегда, эльфам приходится всех. Я помогу. Это точно, эльфы такие молодцы. Все, с этим разобрались. Разумеется. За честь и отвагу. Давайте сейчас сразу этих уже подхватим. Так сказать, в нашу компашку. Пойдем поверху.
Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Еще больше добычи. Я служу свету. И снова тролли. Нет, хиллера сначала. Чтобы он не лечил. Первого этого. А теперь можно и этих. Правосудие настигло тебя. Камень здоровья. Ускорит регенерацию здоровья, исполняет при использовании. За честь... Да ничего, уже ему не нужно. Мы уже близки к победе. Я помогу. Дерево у нас как было мало, так и осталось. Я уже столько повсаживал в это исследование. Конечно. И все равно. Ну вот и болганец. Разумеется. Хороший план. Сначала поганище. О, дракон. Неплохо. Что дракона не спас. Смотри, сколько этих здесь горгулий. Где враг? За моего отца. Разумеется. Так, что там у нас? Эскадрилья наша готовится? Вижу, готовится. Я служу свету. За честь и отвагу. И побежал хавать. Не успел, да? Нет, некроманта, он сейчас будет призывать. Вот так. Поздно просить пощады. Наши войска атакованы. Правосудие свершится. Зиккурат решил пострелять. Жалко, конечно, Мурадина, что он не увидит нашего триумфа. О, дракон. Ах ты. Дракон, готов к новому подпалу. И тебя подлечим. Где-то катапульты стреляют издалека. Мы на нашу катапульту сейчас пошлем. Наши войска. Вот пиродейку стреляет. Катапульта это. За моего отца. Разумеется. Конечно. Ой, надо было лучше похилять чародейку, волшебницу. Хороший план. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Уже наши эти воздушные прилетели. Недостойное создание. Никто не смеет предавать свет. Разумеется. Мисклик. Поздно просить пощады. За моего отца. Наши войска атакованы. Недостойное создание. Конечно. Мисклик. Да. Ух ты. Там одну мою птицу поймали, а я даже и внимания не обратил. Опа, вот и молганец. Вот это он, конечно, бесит своим, то что он кидает тон. Правосудие свершится.
Зато летающих могу лечить. Никто не смеет предавать свет. За честь и отвагу. Я служу свету. Ничего себе, Артас наконец-то просил по мане. Разумеется. Чего? Я помогу. Что, мне кажется, тут много чего не исследовал. Ну ладно. Некогда этим заниматься. Ребятки, возможно, после этого видео будет интерлюдия. Посмотрите ее обязательно. Правосудие настигло тебя. Свет благословляет. За честь и отвагу. Свет благословляет. Интересно, нужно будет... А, нет, я думал, что нужно будет еще пойти вот эти две башни разбить. Ощути мой гнев. Итак, ты все же решил заплатить за ледяную скорбь жизнями своих друзей, как и предсказывал темный повелитель. Ты сильнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Малганис. Теперь я слышу только голос ледяной скорби. Ты слышишь голос темного повелителя. Он говорит с тобой через меч. Что он шепчет тебе, юный принц? Что говорит тебе темный повелитель мертвых? Он говорит мне, что пробил час возмездия. Что? Он не мог? Все кончено. Совершив возмездие над Малганисом, принц Артас долго бродил в одиночестве по заснеженным пустошам Нордскола. Измученный шепотом ледяной скорби, Артас утратил остатки разума. Теперь, движимый темной волей меча, Артас планирует вернуться в родные земли Лордарона и потребовать свою награду. Сын мой, я знал. Тебе больше не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны. Я обо всем позаботился. Thank you.
Вот так вот, ребятки. Вот такая была у нас кампания. Такое было прохождение. Всем спасибо за комментарии, за просмотры, за лайки, дизлайки. С вами был Рости, это был канал Роли Гейм Онлайн. Прохождение Warcraft 3 Reforged за Альянс. Возможно, в будущем будет прохождение других кампаний за Нежич, за Орду, за Эльфов. Ну, это не точно. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.